Всем привет! Всем привет! Висим свейки! Мы сегодня будем учиться разгадывать судоку. Да? У нас вот в книжке интересная судока называется Бюжу судоку с картинками. Да? Будем учиться. Чтобы нам легче было разгадывать, мы давай все листики, которые ты видишь, пронумеруем. Вот смотри, вот есть такой листик, у него есть циферка 1. Вот найди все такие листики, поставь здесь вот сбоку циферку 1, где такой-то листик видишь. Нет, это не здесь, это будет в этой клеточке, вот рядом с этим листиком. Здесь? Да, 1. Есть такой еще листик, сынок? Нет. Посмотри внимательно. Вот тут 1. Больше нету, да? Теперь второй листик. Если найдешь, поставь цифру 2 рядом с ним. Угу. Еще где? Вот, двоек много. Так, третий листик есть? Есть. Это шестой. 6 поставь рядышком. Найдем давай все листики и поставим циферки какие. Какие еще листики у нас без цифр? 4. Вот. Еще я вижу цифру 5. 5 листик. 1 вижу такой есть. Есть. Замечательно. Мы пронумеровали все циферки. Теперь основной закон судоку. В каждой вот этой вот клеточке, вот в этой вот выделенной темным цветом, должны находиться цифры от 1 до 6. Да, вот здесь вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Только они могут быть в разном порядке, но они не должны повторяться. Не должны быть одинаковыми, да? Вот. И в каждой вот этой вот строчечке по вертикали, по горизонтали и столбики тоже должны быть цифры от 1 до 6. Потому что у нас здесь всего 6 клеточек. Значит, начинаем искать. Начинаем искать. Как мы будем действовать? Вот смотрим. Я показываю. У нас есть цифра 2. Вот смотрим. Двоечка. Здесь есть двоечка вот в этой вот области. Здесь в этой области есть двоечка. В этой области только нет двоечки. Значит, в этом ряду она есть, в этом ряду. Двоечка будет либо здесь, либо здесь, Артур. Здесь может быть двойка, как ты думаешь? Нет, потому что вот в этом она уже есть. Смотри, в этой строчке двойка уже есть, пересекается. Значит, здесь двойки второй быть не может. Они повторяться не могут. Значит, двойка будет только здесь. Пиши здесь 2 тогда. Да, двоечка. Вот тут двоечка у нас. Теперь смотрим здесь двоечки. Вот в этом столбике двоечка есть, в этом тоже есть двоечка. Значит, двоечка будет либо здесь еще. Здесь есть уже занято место. Да. Значит, вот тут только она может быть. Ставим здесь двоечку. Вот так. Вот здесь двоечка у нас есть. Все двойки мы уже расставили. Считаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поставь здесь галочку, что двоечки мы уже сделали. Что двоечки нам уже искать не надо. Тогда смотрим следующую циферку. Посмотри, у нас в этом ряду очень много цифр. Давай посчитаем, каких не хватает. 1. Считаем, какие у нас цифры есть. 1, 3, 2, 3. 4 нету. 4. 5 нету. А 6 есть, да? 4 и 5 нету. Артур, ты не пометил вот эту вот еще листик. Это цифра 6. Угу. Значит, здесь 4 и 5 нету. Смотрим, 4 и 5 здесь где-то есть? Нету. И здесь 4 и 5 нету. Поэтому мы пока еще не знаем, где будет 4 или 5. Ищем тогда дальше. Давай смотри здесь. А здесь какие вот в этом вот ряду каких не хватает? 1, 2, 3 не хватает. 4 есть, 5, 6. 5. Значит, 3 и 5 не хватает. Вот смотри, здесь тройка есть? Есть. Значит, здесь будет только пятерка. Пишем 5 здесь. Пишем цифру 5. Так, замечательно. Тогда здесь у нас какой цифры не хватает, Артур? 5. 3. 3. Итак, у нас получились в этом, смотрите, в этом столбике все цифры. Считаем.
Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все есть, все правильно, да? Давайте тогда смотреть дальше. Цифры, значит, так. Здесь, значит, у нас все... Сколько тут не хватает? Давай вот в этом вот квадратике посмотрим. Здесь две циферки не хватает. Какие? Единичка есть здесь? Да. Где она? Покажи, если да. Ну вот мы смотрим вот этот квадратик сейчас. В нем каких цифр нету? Один нету. Пять. Пять есть. Каких еще нету? Шесть. Шесть, вот, есть. Давай считаем. Один нету. Два. Три. Четыре есть? Нет. Нету. Значит, 1 и 4 не хватает. Давай смотреть вот эту строчку. Здесь какая есть цифра? 1. Значит, здесь будет 4. Пиши 4 здесь. 4. А здесь тогда единичка осталась. Вот. Все цифры теперь есть? Проверь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот квадратик мы заполнили. Теперь смотрим, здесь не хватает. В этой строчке две цифры не хватает. Каких цифр не хватает? Пять. Один, два есть, три есть, четыре не хватает, пять есть, шесть, четыре и шесть. Смотрим здесь вот, какая здесь цифра есть из наших. Шесть у нас есть. Посмотри, Артур. Значит, здесь четыре будет. Пишем четыре. Четыре. А здесь тогда оставшуюся цифру? Шесть. Написали шесть? Все цифры проверяй в этой строчке. Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь найди мне цифру, которой не хватает в этом квадрате. Одной не хватает. Найди ее. Один, два, три, четыре, пять. Не хватает. Пиши пять. Не хватает цифры 5. Пишем цифру 5. Заполнили этот квадратик? Да. И этот заполнили квадратик. Вот у нас уже 1/3 задачи готова. Смотрим дальше. Ты еще не устал? Нет. Нет? Тогда давай будем искать дальше. Смотрим, где еще больше цифрок? Вот смотри, в этой вот строчке, в этом вот столбике. Сколько здесь? 4 цифры уже есть, 2 не хватает. Давай будем искать каких? Единичку видим? Да. Вот, это не один, это два у тебя так написано. Один не хватает, два есть, тройки, один и три не хватает. Вот здесь есть цифра 1? Есть. Значит, здесь будет 3. Пиши троечку здесь. А здесь оставшаяся единичка. Здесь единичка. Да, единичка. Все цифры проверяй есть здесь. 3, 2, 6, 1, 2, 4. Да. Так люди считают, чтобы проверить цифры? Или начинают с единички считать? Единички. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. Все есть цифры? Да. Отлично. Ищем еще. Где еще есть 4 цифры? Вот я еще вижу здесь 4 цифры, 2 не хватает. Давай считать, каких не хватает. Венс, Диви, Трис, Четри, Пецион, Сэшен и Петрик. 5 и 6 не хватает. Ищем где-нибудь 5 и 6 здесь есть где-нибудь? Нет. Вот? Нету. Значит, пока мы точно не можем сказать, где эти цифры будут находиться. Давай будем искать по-другому. Давай. Смотрим тогда по-другому. Какие у нас цифры есть? Так. Что еще мы можем? Сейчас мы посмотрим, посмотрим. Ну вот смотрите. Например, возьмем цифру 1. Вот тут единичка есть, да? Вот в этой строчке есть единичка, значит, вторая единичка будет либо в этой строке, либо тут, в этом квадрате. Смотрите, здесь единичка есть, значит, единичка может быть только тут. Пишем ее сюда. Давайте проверим все единички. Один есть вот здесь, один вот тут, один вот тут. Все правильно. Теперь смотрим здесь. Единичка есть в этой строчке. Есть в этой строчке. Осталось ей быть либо тут, либо тут. Тут вот есть, значит, вот здесь будет единичка. Пишем сюда последнюю единичку. И ставим галочку, что все единички у нас есть. Все единички мы уже нашли. 1 и 2 есть. Давайте проверим троечки. Здесь троечка есть. Здесь троечка есть. Троечка должна быть еще тут или тут. Где мы не знаем, пересечения еще нет. Найти пока
Не можем. Да? Никак пока. Давайте поищем вот тут. Что у нас тут не хватает? Смотрим. 1, 2, 3 не хватает и 6. Здесь троечка есть? Да. Значит, здесь будет 6. Две троечки быть не может. 6. А здесь тогда у нас 3 будет. Тогда здесь 3 есть, 3 есть, и тут 3 есть. Все правильно. Тогда проверяем здесь. 3 есть, 3 есть, 3 есть. Вот здесь тогда будет тройка, потому что тут уже есть 3. Все, тройки мы все отметили. Готово. Давайте четверки смотреть. Вот одна четверка в этом столбике. Четверочка в этом. Здесь не хватает четверочки. Ставим ее сюда. 4. 4. Здесь четверки проверяем. В этом столбике есть, в этом есть. Значит, вот тут не хватает в этом столбике. Ставим сюда 4. И отмечаем, что 4 есть. Готовы. Осталось нам 5 и 6 расставить. Ну, давай смотреть 5 и 6. Что тут не хватает в этом вот квадратике? У нас одной цифры как раз не хватает. Считаем. 1, 2, 3, 4. Пятерки не хватает. 5. 5. Итак. Заканчиваем. 5. Что тут у нас осталось? Давай смотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6 не хватает. Да? Где-то должна быть 5, где-то 6. Пока неизвестно, что тут, что тут. Давай здесь смотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тут нету 5, 6. И тут нету 5, 6. Давай так смотреть тогда. Вот пятерочка есть в этом столбике. Да. Пятерочка здесь. 5 должна быть где-то здесь или 6. И здесь 5, 6. Тоже тут или тут. 6, 6, 6. Значит, нам абсолютно все равно. Надо где-то в любом месте поставить. 5, 6 или 6, 5. Как тебе нравится? 6, какая 6, тебе нравится здесь цифра? 6. 6 пиши. Тогда вторая 6 будет здесь, Артурик. Да. Они не пересекаются. Здесь 6 тогда напиши. И здесь тогда 5. Палочкой, да? Палочка вначале пишется, да. Вот. И вторую 5 сюда. Ну, можно было и абсолютно наоборот написать. Здесь 6, здесь 5. И здесь тогда тоже 5 и 6. И было бы тоже верно. Потому что здесь разницы нет никакой. Вот, отмечай галочками, что мы все пятерочки, шестерочки тоже отметили. Вот как разгадывается потихонечку судоку. Пока-пока. Узрять зайшин. Thank you.